здесь берется хорошая рыба, чистая рыба, не запах ничего. И вот моя жена постоянно кушает ее, и она иногда говорит, хвалит, что самое лучшее, где я такой ловил, самое нравится вкус рыбы здесь. Девушка возила и проверяла, никакой не радиации, ничего никакой, никакой болезни рыбы нет. Карпа, грамм по 300-400 такая ловится, карп, сазан. Ну вот вы самую большую рыбу вот здесь какую достали? Грамм 300, карася ловили. Карпа 6 килограмм, это было в этом году. Есть в Минске рыбы и очень много, ездить далеко не надо. Только знать надо, где она есть и как ее ловить. Как вообще рыбалка в городе? Ну, 4 окушка словил. Хороших, на грамм 4 окушка. Ну, рыба есть вообще в Минске? Да. Вот вы ловите рыбу, вы ее кушаете или так, для удовольствия? Ну, сказать честно, ходят ради удовольствия рыбать. Ради удовольствия, чтобы просто отдохнуть. Свободное время. Вообще хорошая. Вот вам больше килограммов куда. Ну, можно было килограммов здесь поймать.